Товарищ полковник, личный став Краснодарского авиационного института для приведения личного става к военной присяге построен. Начальник штаба института полковник Пилипенко. Здравствуйте, товарищи! Курсанты, сегодня один из самых торжественных дней в вашей жизни. Вы приводитесь к военной присяге, а проще говоря, принимаете военную присягу. Что такое военная присяга? Это прежде всего клятва. Клятва на верность Родине, Отечеству. И будете верны военной присяге до конца своей жизни. Начальнику курса приступить к приведению личного состава к военной присяге. Есть. На установленную дистанцию шагом марш! Командир он задал привести личный состав к военной присяге. Курсант Алексеев, для принятия военной присяги ко мне. Героя Советского Союза Серова.
Он свою историю отсчитывает 30-й военной школы пилотов, созданной по приказу Наркома обороны СССР 19 августа 1900 года. Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию, конституцию и законы, строго выполнять требования вооруженных сил, приказы командиров и начальников. Клянусь стойко выполнять требования и долг. Товарищ старший лейтенант, Руслан Бахов для принятия всей этой войны. Принять воинскую присягу. Я, Бобров Роман Викторович, торжественно присягаю на верность своей Родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость. Полным ритмом военных будней. Срок обучения курсантов сократили до 6 месяцев. Товарищ капитан, военную присягу принять. 29. Наряду с наряженной учебой летчики и курсанты школы выполняли боевую задачу по прикрытию с воздуха гражданских объектов и воинских сетей, отражению налета вражеской авиации, приближением фронта в 41 году требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечества. Вместе с разбором руин, который лежал авиагородок, возобновляются учебные полеты. Фронт снова получает боевых летчиков. Последний Ленинградом, Сталинградом, на Кавказе, Курской дуге, под Москвой и Днепре, Восточной Европы, в Берлинской операции. Серовцы проявили беспримерное мужество. Я, Лисенский Евгений Анатольевич, торжественно присягаю на верность своей Родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы. Строго выполнять требования воинских уставов, приказов командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг. Мужно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народа и отечества. Дважды героями Советского Союза. Уже в самом начале воспитанники школы Харитонов и Здоровцев одним из первых совершили воздушные тараны в воздухе, за что были удостоены звания Героя Советского Союза. Особо отмечен героизм выпускника авиашколы Серова. Это Алексея Морисия. Достоин звания Героя Советского Союза. Я же в мирное время стал генерал-полковником авиации, видным военачальником. В послевоенное время училище продолжает готовить летные кадры для страны. Быстро. Период есть. 60-го года организовано в объединенное военное... Товарищ капитан, сад оценка на принятие военной присяги прибыл. По подготовке для стран народной демократии. Я, доценко Кирилл Викторович, торжественно присягаю на верность своей Родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Товарищ капитан, курсант доценко военную присягу принял. Обучение летчиков, штурманов, техников велось на 18 типов авиационной техники, включая МиГ-29, служите. Авиационный центр. И Краснодарский институт становится единственным головным вузом военно-воздушных сил России, готовит Тихорез. Сейчас непосредственное подчинение. А летная подготовка проводится в трех учебных авиационных центрах. Армавирский для выпускников, 26 героев Советского Союза, 5 героев России, 1 герой Белоруссии, 3 летчика-космонавта. Далее, Борисоглебский центр, штурмовая и бомбардировочная авиация, места базирования, и 13 питомцев стали летчиками-космонавтами. В настоящее время, используя самую современную базу, вуз готовит офицеров-летчиков, офицеров-техников по специальности авиационной службы для стран ближнего и дальнего зарубежья. Офицеров-летчиков с высшим военно-профессиональным образованием по всем направлениям и профилям военно-воздушных сил России. Я, Ермаков, распоряжением правительства России от 9 июля 2004 года номер 970 Краснодарский военный авиационный институт переименован Краснодарское высшее военное авиационное училище Лешкова военный институт имени Героя Советского Союза Серова.
Поздравляю вас. Долгих лет. Успешно. Сестры. Военные присяги приступить. Клянусь свято соблюдать ее конституции и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй народа России, народа и Отечества. Товарищ капитан, курсант Кирдяев для принятия военной присяги прибыл. Военную присягу принять. Есть. Я, Кирдяев Павел Александрович, торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Кислухин Алексей Сергеевич, торжественно присягая на верность своей родине Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Поздравляю вас с принятием военной присяги. Встать в строй. Есть. Товарищ капитан, Сан Касим для принятия военной присяги прибыл. Военную присягу принять. Есть. Я Касим Вадим Олегович, торжественно присягая на верность своей родине Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Товарищ капитан, Александр Касимов, военный представитель. Поздравляю вас с принятием военной присяги. Служу Отечеству. Встать в строй. Есть. Я. Ко мне. Есть. Свободу, независимость, конституционный строй России, народа и Отечества. Товарищ капитан, вы там помогите, войну присягу. Для принятия военной присяги ко мне. Я.
свободы независимости народа отечества. Я, Овчин Михаил Владимирович, торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Ко мне. Есть. Присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы. Дай строй. Есть. Кусан Скаков. Нет. Yeah. Для принятия военной присяги ко мне. Есть. Хлыбов. Вот. Сняли.
Александр Бещат. Я. Ко мне. Есть. Пошел в инженер, у тебя аппарат мешает. Ну вот они... Рум. Не нажимать. Солнце угодно. Я. Ко мне. Есть. Так, внимание, родители, чьи дети приняли присягу? Свято соблюдать ее конституцию и законы. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Расписывайтесь. Поздравляю вас с принятием военной присяги. Служу отечеству. Дайте строй. Есть. Так, внимание, корреспонденты, сейчас будут производиться строевые приемы. Пожалуйста, отойти, освободить места. Командир Раздатов, доложите о принятии военной присяги. Смирно! Товарищ капитан, личный состав в количестве 28 человек в военной присяге приведен. Капитан Некова. Вольно. Товарищ капитан, личный состав в количестве 28 человек в военной присяге приведен. Курсовой офицер капитан Муха. Вольно. Вольно. Товарищ капитан, личный состав в количестве 29 человек в военной присяге приведен. Капитан Агашин. Вольно. Товарищ капитан, вольно. Личный состав в количестве 27 человек в военной присяге приведен. Курсовой офицер старший лейтенант Агеев. Вольно. Вольно! Товарищ капитан, личный состав в количестве 27 человек военной присяги приведен. Старший лейтенант Иванов. Вольно. Товарищ капитан, личный вольно. Состав в количестве 30 человек военной присяги приведен. Курсовой офицер капитан Корнов. Вольно. Вольно! Встать в строй. Есть. Шагом. Марш.
Курс. Смирно. Равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав первого курса набора 2004 года в количестве 427 человек к военной присяге приведены. Начальник курса капитан Кожин. Товарищи курсанты, поздравляю вас с приведением к военной присяге, а личный состав с новым пополнением. Ура! Ура! Приняли присягу и стали в строй нашего нового пополнения нашего института. Курсантам в августе месяце пришлось много потрудиться, чтобы стать воинами. Я от себя, от личного состава кафедры, поздравляю весь личный состав с этим знаменательным событием. И желаю, чтобы из этих воинов, которые стоят в строю, молодых ребят, выросли достойные преемники Кожедубов, Покрышкиных и других прославленных летчиков нашей страны. Слово для выступления предоставляется заместителю главы администрации Прикубанского округа города Краснодара Арендаренко Михаилу Андреевичу. Дорогие товарищи, слава с великого события. Вы, курсанты, вчерашние школьники, приняли сегодня присягу, которая станет девизом вашей дальнейшей жизни. Я верю, что из вас вырастут настоящие мужчины, настоящие офицеры и защитники нашей отчизны. Желаю...